Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Максим, Артем и я, Артур. Всем привет. Всем здрасте. Здрасте. И мы продолжаем играть в... Здрасте, здрасте. Здрасте. Alien Colonial Marines. Это, без сомнения, атмосферное, с вниманием к сюжету и мелочам прохождения. Как мы видим, интересует многих, поэтому давайте продолжать. У нас... Ты вообще веришь, что ты сейчас говоришь? Я живу в параллельной реальности, понял? Окей. Просто вот это вот название, вот «Безнадега в надежде Хадли», это полностью отражает суть игры вообще. Да. Давайте начинать. Окей. Кстати говоря, мы, я думаю, сейчас будем опять с двумя дробовиками. Да, потому что мы так нифига и не разобрались, как менять оружие. Но... Да при чем тут не разобрались? Оно просто не дало нам этого сделать. Оно! Ну, посмотрим. Я думаю, мы все равно ничего не исправим. Сейчас надо еще присоединиться, по-моему. Зачем? А, блин. Я же забыл как-то закрытую там создать, да? Игра вообще упорота. Я читал, как ее создавали. Там в итоге оказалось, что Sega на них давила. Ну, то есть издатель. И они... Ну, ты там пока создавай. Ага. Они, короче, в итоге уже хоть что-то выпустить. Там даже билд временами более старые засовывали, более новые там откладывали. Лишь бы просто сертификацию пройти и выпустить уже, и отстать от этой игры. Короче, ее делали между Borderlands. Зачем ты это сделал? Ну, потому что миссию не ту выбрал. Ну, ладно. И, короче, в итоге там совсем все печально. Да, блин, не знаю. Нет, когда видео скинули на Ютубе, почему, типа, она такая упоротая, но я еще не успел посмотреть. Да, блин, начать игру же, ёлыпало. Да, сегодня мы, как обычно, уставшие, Тёма там вообще зарабатывается. Поэтому... Я не знаю, почему я уставший, просто я упоротый. У нас сегодня метеорит упал. Да, это офигеть. Все нормально. Весь Челябинск разнесло. Да, хорошо, что я не челябинский живу. Капец. У нас сегодня вроде как тоже должен приземлиться. Там в комментариях под это на Ютубе, под видео. Суровый челябинский фейерверк. Да-да-да. Это капец. Я же сказала, эта штука была мертва. Бишоп? Со мной все в порядке. Да, Бишоп. Существо было как бы... Так, ну в общем-то мы наконец-то приземлились на ту самую планету. Так подожди. Ну конечно, все в норме. Мы были над планетой Фиорина, над планетой тюрьмой. Как мы оказались на ЛВ 400, сколько там? Хрен просышь. Чисто. Можно. Ну ладно. Ну мы, скорее всего, над ней были, на этой планете. Просто как-то мы что там не дослушали или что-то. Ну, в комментариях поправят нас, наверное. Да. Или что там от нее осталось? Ну да, это ЛВ 426. Здесь ни хрена не ловят. Надо найти тех, кому удалось выбраться с Сулака. Понял. Судя по всему, атмосферный процессор взорвался, как бомба в сорок. Не очень подходящий. Это наша последняя надежда. Сэр, не хотите поговорить о том, что произошло с вы? Короче, движемся к колонии. Ну да, а что у нас еще остается, как выбор? А здесь смотри, мы же Терраморфер взорвали. Ну то есть не мы его взорвали, его Рипли взорвали. Ну взорвала. Да. Воздух остался? Ну, нет, ладно. Там все-таки очень долго он работал, поэтому хоть какое-то подобие атмосферы, я думаю, он создал. Ну, ее, я думаю, лет через 200 раскидает. То есть она уйдет вся в вакуум. Не, я думаю, к тому моменту, когда играем мы вот это смотри, сделаем. Этот атмосферный процессор, реактор, вон он стоит. Да. Обуглившийся. Ну, конечно, в фильме там такой взрыв был, что вообще там волна просто... Да, разнесло там полпланеты, наверное. Там говорили, будет тут... типа пятно плазмы размером с Небраску. Бишоп говорил. Так, а что мы делаем вообще? Мы идем к колонии. Хорошо, пойдем. К той самой. Там вроде как по слухам. Где-то колония, и поэтому мы к ней движемся. Это чья эвакуационная капсула? Вон того чувака. Ну я вижу, что там не очень хорошо все прошло. Окей. Да, мы с двумя дробовиками, мы не знаем, как это переключить. Этого нет. Не в самой игре, не в меню игры, mm-hmm. ни даже вообще в меню, то есть кооператива, этого тупо нет. Возможно, как-то можно подобрать, но... Ну, может, там напишут нам в комментариях ко второй серии, но это пока что... На, этот, ну, на данный момент нет у нас возможности это прочитать. О, господи, я как будто в Челябинск попал. Что вам известно о отправлено сюда 17 недель назад? Тоже
17 недель, офигеть. О, это же этот... Обожаю. И какая-то девочка. Они улетели с планеты на Сула. Ее звали Ньют. По прибытии на Фьюри 161 они были в заморозке. Мы должны поверить, что люди Вейланда привели корабль сюда. Зачем им это? Зачем, зачем? Известно. Я, кстати, установил неофициальный патч, который включает в игре поддержку DirectX 11 режима. Я, честно говоря, разницы не вижу, но говорят, что он улучшает именно освещение и часть фильтров добавляет, которые были выкинуты в игре в спешке. Не знаю, спасибо за то, что посоветовали мне в личку на Ютубе. Ну, единственное, а но то, что разницы не вижу вообще. Вот она, Headless Hope, та самая. Да, кстати, я вот когда удивлялся еще по трейлеру, я же думал, блин, ее же порвало всю полностью, как она могла тут, как они могут по ней ходить. А ее серьезно порвало полностью, смотри, тут одни руины. Конечно, сломали ее полностью. Так, Круз что-то сел покурить. Окей. О, там уже кто-то со спины. Надо заходить быстрее внутрь. Да. Даже знать веселее, что это будет. Это, наверное, большая вот эта штука. Может, надежда, новый, который чужой. Лицератор. Ну, он какой-то там... Да. Ой, давайте текать так внутрь. Я, пожалуй, открою. Вы там пока посмотрите за входом, ребята. Окей. Ой, ну вот это вот очень атмосферно. Так, давайте зачистим центр управления. Нам еще нужно собрать оставшихся морпехов. Собрать? Okay. Ребята, мы в той самой колонии. И она вот как вот заходили они в самом начале. Одно, да-да-да. Да, вообще один в один. Офигенно. О, фонарик. Вот этот бунк, 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 датчик движения. Да-да-да. Что-то Белла тут повтыкала и пошла. Ну ладно. Так, здесь у нас, смотри. У-у-у. Этот Вейланд Ютани, велосипед трехколесный, на котором выступление там еще какая-то, то есть люди на колонии были живы, ребенок ездил, да. И здесь у нас аудиозапись. Да, я обещала больше не просить денег, но мне нужно. Нам нужно вернуться домой, но компания не хочет платить за шаттл. Это раз. Мы нашли эту тварь. Я думала, что она его убила, но она сдохла, просто сдохла. И он говорит, что с ним все хорошо, но конечно, что-то не так. Нормально. Ньют, все в порядке. Сейчас. Опа. Мам, я перезвоню. Хорошо. Слышал диалоги, Ньют. Угу. Да. Парни, вы это видите? Да-да-да-да-да. Точно. Это по-любому. Как же не плюнуть? Что-то. Опа. Тихо, движение. Сзади. Подожди, это... Дальше. Почему, кстати говоря, мой датчик не засекает наших? А, нет, засекает. Все нормально, это я гоню. Ну да. Значит, ребята. Твой датчик движения засек чьё-то пропавшее одеяло. Ну конечно, пропавшее одеяло. Да научись уже отсеивать ложные цели. Как будто в последней серии у нас не было такого мяса с чужими. Одеяло. Угу. Да, так неожиданно. Да, и сзади такой крик только что не был там. Япона, мать. Одеяло не такие. Окей, тут ничего. Уинтер, разрежь эту чертову дверь. Уинтер кто? Уинтер, это ты, да? Да. Сейчас я бань! Ой-ой. А мне что-то так захотелось еще в другие части поиграть. Какие другие? Там, я имею в виду, чужие против хищника, там все такое. А вот чужие против хищника, ну то же самое, что и здесь. Это сродни мазохизму, игры не особо такие хорошие, но просто из-за того, что это, вот, там чужие есть. Надо привести это в рабочее состояние. Почему? Второй АВП просто ну, офигенно. Ну, второй АВП это шедевр. Ребята, здесь было мясо. Факт. Окей, а это мы вообще где? Центр управления. Здесь они стояли у окна, и Бишоп им показывал, типа, посмотрите, вот тут у нас такой выброс атмосферный.
Это, говорит, у нас осталось совсем мало времени. Товарищи, я жетоны нашел. Нашел жетоны? Где ты нашел жетоны? Я только что там обошелся и ничего не увидел. Как так? Зря. Натуре. Новое звание. Еби! They mostly come in at night. Mostly. Вот тут вот они нашли на этой карте у атмосферного реактора колонистов. Диагностикой всех перезагружаемых систем. Белла и Рид отправятся на радиовышку и установят связь с нашими парнями. Вызовите их, пусть возвращаются. Сэр, я хотел бы пойти с ними. Я мог бы защитить. Остынь, умник. Вы с Уинтером зачистите территорию и расставите датчики периметра. Понял? Понял. Так точно, сэр. У Онила прикольная надпись на броне. Этой стороной к врагу. Когда ты их увидел, он там. Да, такой юморок-то, в принципе, вот, сохранился. Хоть, как, хоть какое-то его подобие. Нет, вот именно в этом-то плане в игре все вполне себе неплохо. Все в порядке, да. Стрельбой все плохо. Я да, в мультиплеере видел с оптимизацией на броне надпись, там, стрелочка и надпись, типа, я с этим идиотом. Понял, что ж ты делаешь? Можно было просто нажать кнопки. Не умеет. Что это шипит? Я вижу еще доктеги. Но они за стеклом. Что это? Я установил какой-то датчик. А, датчик понятно. Прием. Мы, как обычно, очень внимательно слушали диалог. Просто пока идут диалоги, получается, мы как-то вот осматриваем всякую фигню, там такое. Да, Артём, возьми вот тут вот, где мы стоим. Здесь доктек. Да, а, вижу. I see you. Ну да. Сурон. Так, тут второй датчик ставим. Давай, да, включай. Два есть. Так, второй датчик стоит и уже работает. Ребята, вы не поверите, что я нашел. О, да. Та самая комната. Ну, прикинь, сейчас это присоска такая. Ни одна не шевелится. Ну, пора уже 17 недель. О, это же та самая комната. Да-да-да-да-да. О-о-о, офигеть. Вот тут Ньют пряталось. Кровать перевернутая. Да-да-да. Оно. Могли бы на стеночке дырок наделать. А вот из этого стекла выскочили, помнишь? Ну да. Там Хиггс такой. Это круто. А вот она, убитая, эта херовина. Прием. Да, даже следы от этих оставили. Да, блин, это круто. Но вот почему? Почему, то есть, такое вот они продумали, а вот, блин, игру сделать забыли. Вот этот он прислонил к стене, упер ногой, и вот так расстрелял. Как жаль, что у меня не импульсная винтовка. Ну, это офигенно. О, и тут те самые турели. Они смотри. Стоят, да? Да. Четыре патрона те самых остались. Смотри, они отступают. Именно четыре патрона. Это круто, офигеть. У меня льются задротские слезы. Я кончил радугой. Здесь нам специально дают осмотреться просто. То есть. Ну просто да. Да, никуда, говорит, не уходи. Просто посмотри, что тут есть. Ни стрельбы, ничего такого. Так, Бишоп. Похоже, это правильно. Работает нормально. Понял, Уинтер. Остался еще один. Хотелось бы, конечно, еще и с оригинальной озвучкой поиграть, как нормальные люди. А мне хорошо. Вот, я же об этом и говорю. Ну да. Так, а вот тут где-то... Нет, или не, подожди. Так, я включаю последний датчик. Вы не против, господа? Это морг у нас, да? Типа. А где он эту тварь там разделал? Не в морге, случайно? Я не помню. Там особо не показывалось. По-моему, он где-то вот здесь вот и разделал. Да вот же... Если он работает, сообщите прием... Понял, Уинтер. Периметр неплох. Так. Они отключили свет. Периметр. Ты что, они же животные, они не могут отключить свет. Прилив энергии. Уинтер, О'Нил, датчик в морге вырубился. Выясните, что там произошло, и возвращайтесь в центр как раз рядом с моргом. Что там впереди? Движение сзади. Это я. Нет, уже нет.
там какой-то фиговину использовать. Где? Началось. Сзади. И начинается снова экшен. Да. Мега крутой. Так, мы играем на ветеране. А, ну я думал, Да. Когда начинали. Окей, пошли. Пошло-поехало. Так, это что такое? Подвиньте, господа. Музяк из фильма. Пройти. Слишком широкий. Что там я написал, не помню. Джеймс Харнетт, по-моему. Я не помню, честно говоря. Джеймс Харнетт. А не этот, не Алан Сильвестри случайно? Нет, Сильвестри к Хищнику писал. То есть, да, я помню, что к Хищнику. Ко вторым фильму, по-моему, Харнетт писал. Окей. Давай, Унил. Будь полезен. Ой-ой. Перезаряжаю. Хорош. Унил был полезен. Мы заметим, ну, вполне себе так. Ну, нет, на самом деле. На. Не, ну мне так нравится, как они разлетаются. То есть модель повреждения от этих чужих сделали неплохо. Не знаю, знаете, по-моему, на самом деле график чуть получше стало. Именно как-то добавили фильтров. Не знаю, может, это самовнушение просто. Надо будет себе тоже поставить эту штуку. А там много она занимает? Она 700 килобайт. А, что, блин, просто твики на... Да, вот именно. Я думал, там качать кучу. Ладно, в следующей серии это все будет. Ход воспрещен. Ачивку дали всем? Мне не дали. Мне ее давно уже дали, по-моему. Да, там если, по-моему, периметр удерживать. И ни один не пробьется через периметр. Толково. Дают. Идут. Башка разлетелась. Не, тут как-то поживее они вроде стали. Может, мне кажется, конечно. Мы последний раз вчера в нее играли. Ну, ух, да. Тихо. Ага. Я попасть не могу. Не, ну я все-таки надеюсь, что разрабы выпустят нормальные патчи, которые фиксят этот искусственный интеллект. И вот такие вот баги на потолке. Ой, на потолке. Главное, чтобы просто дальше не было пострелух с людьми. Ну, я думаю, будут все равно. Ну, надо будет поменьше. Зловещую корпорацию Вейланд Ютани как-то еще там потихонечку. Потому что они не убивают атмосферу, на самом деле. Как да, говорят, четвертым чужом эта компания, ее потом, она банкротится, ну, спустя 200 лет, там, когда уже четвертый. Ну да. И ее купит Walmart. Так что... Какой-то магазин, супермаркет, там сеть. Walmart, это, по-моему, типа там шмотки продают такое. На подобие метро нашего. Ага. Да, или Ашана. Окей, мы по кругу тогда ходим. Да нам нужно. Если бы еще кто-то понимал, куда нам идти. Надо в центр управления. А, вон, центр управления, да. Это мы так за разговорами отвлеклись. Не, ну сейчас мне игра, в принципе, нравится. Ну да. На удивление. Очень даже. Не просто нравится, а очень. Сзади. Просто потому что те самые места. Да. Ой, кто-то опять. Ой. Это я, по-моему, кинул гранату. Удачно. Зачем? Не знаю. Кто бы мне объяснил? Неплохо так скачут по стенам. Ну да. Ой, что-то со здоровьем начинается. Проблемы. Я еще и кислотой. Подходит еще две. Все, пошли за турели. Там 4 патрона, блин. Как она нам может помочь, я не понимаю. Ну, зарядим, может, как-нибудь. Ну, если у нас так... самый здоровый, значит, ты ее таскать будешь. Блин, я так не поспался сегодня. Как он в хищниках последний, да? Теперь еще эту хреновину с собой тягать. Да. Возвращаемся. Окей, я несу турель. Можете установить турель. Окей. Установка. Прикольно. Вот сейчас бы автоматическое оружие. 500 патронов. А здесь 4. Почему 500? 0000 я вижу. 500.
меня по нулям пишет. Ой, сзади, сзади. Сейчас оттуда вылезет, вон он, ага. Еще бы я не отказался, чтобы friendly fireball. Мы, конечно, поубивали друг друга, чертовы мать. Давно уже. Но это все-таки лучше, чем сквозь человека. Так, я правильно иду? Посмотрите. Я иду за тобой. Наверное, правильно ты идешь. Датчик-то у вас, я не могу включить. Да-да-да, ты вот тебе нужно поставить ее вот сюда вот. Да. Вижу, вижу. Почему мы не можем закрыть дверь? А, вот, можем. Теперь вижу, что 500. А у меня почему-то по нулям тогда отображалось. О, пошел процесс. Даже не буду стрелять. Свинца. Стопэ! А, стена. Сюда. У меня одно деление. А у меня 6 патронов. У меня уже давно одно деление. Мне норм. Я не одинок. А! Меня убили. А вот сзади. Давай. Сзади, сзади, сзади. Меня тоже убили. Давай, Макс. Напряжемся. Он мертв. Не-не-не, он живой, он подходит. Ой, я имею в виду чужой. Так, все, я умер. Поднимай меня. И тебя сейчас убьют тоже. Да. Все, он тебе мозг съел. Это было прикольно. Он у меня заглючил, как обычно. Я забыл, что вас поднимали. Можно. Нужно. Да не то, что можно, да. Так, чисто, знаешь. Найс. Место не очень удобно, чтобы воевать. Может, мы в коридор куда-нибудь идем? Просто мы не ждали, что прямо оттуда подвалится. Все, мы с этого начинаем. Не, надо опять турель тащить. Там за то, что берешь турель, ачивку дают, кстати. Можете что-то другое сейчас притащить. Клево. Давайте все ее потрогаем, а потом опять пускай он таскает. Нужно на здоровье. Действительно. Потрогаем. Так, а как ее поставить? Потом отнесешь, когда он... Правый триггер. Держишь. Вот у тебя сейчас сколько патронов отображается? Вот. У меня, да, у меня 500. А вот сейчас 500. Так, я понял. Где моя ачивка? Мне ну, тоже... А, вот мне дали. Так. Может ее поставить? Ладно. Может, да, это, по-моему, когда ставишь, дают. Уинтер, поставь турель рядом с боеприпасами. Ой, ты да, поняли, мы круз. Не я ее несу, так что все, отстань. Давайте жить Уинтер, вот здесь. Турель рядом с боеприпасами. Только дверь закрой. А, пироги сегодня с чем? Дверь закрой. Почему ее заварить нельзя, эту дверь, господи? Господи, на самом деле. Вот я буду вот здесь. Вообще не очень удачное место, да, чтобы отстреливаться. Тут такая дыра в стене, и он уже полезный. Я вот тут буду сидеть. Еще не забываем, что они с потолка лезут. Ну да, это самое неприятное их свойство. Так, чемодан куда-то убежал. Чемодан пытается эту дверь закрыть. Потом. Дверь не закрывается? Я думал. 300 да патронов. Нет, что-то она не очень. Печать. Я просто думал, в этом коридорчике, по прямой. Хорошо. Неплохо она их косит, кстати. Ну да, пока патрон не кончится. Прямо над тобой один товарищ. Да вижу, я, он меня хвостом пытался грохнуть. На, не шипи. Шипит ты, да? Чёрт. Ох, что это было? Все сранец. Отходи, отходи оттуда. Давай сюда к нам ближе. Ой, все плохо. Все пропало, шеф, все пропало. Ой, I'll cover your ass. Ага. Тихо, тихо. Ой. Все. Вставай, 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 вставай. Стою, 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 стою. А, меня едят, едят, меня едят. А, мне не надо есть. А-а-а. Блин, мне нехорошо. Ой, меня там облило. Давай, давай, Макс. Окей, вроде даже и контрольная точка как раз. Отлично. Ну, мы выжили. Это было просто. Нет. Бали. Так, давайте, ребят, соберемся, будем действовать как спецназ. С умными лицами идем к начальству. Сколько патронов кто-нибудь видит? Чё сказал? Смартган? Моё! Так точно, сэр.
Это твой размерчик. Ну да. Вот эту дуру таскать теперь. Для тебя. Как в Терминаторе. Все, я теперь киборг. Я, по-моему, таскаю с собой турель с одним патроном. 600 патронов. А, 118? Ну я ее, пожалуй... Я иду как киборг такой. А я иду как киборг-переносчик. Инфекции. Да. 300 метров до столкновения. Возьмите кто-нибудь броню, чтобы мне тоже давать. Конечно. Да, я сейчас подберу. Я взял. Я первый. Блин! Там вниз! Я не полез. Фонарик, я забыл. Самое важное. Тут в темноте. Ой, тут можно отключить этот прицел. А, его просто убираешь с матганы, он поэтому отключается. Так, я могу его обратно взять? А, он упал вообще, получается, на пол. Уронили смартган на пол. Не оторвали. Продолжай, пожалуйста. Не продолжай. Так, господа, Унил уже тут. Ну подождите, что, может тут что-то интересненькое есть? А там что-то есть еще? Шипят чужие. Ничего тут нету? Да, нет. Все. Ох, нехорошо. Слышишь? Они уже лезут. Шкребутся. Трубы. Да товарищ снизу не дождался, теперь его едят. Убить его кто-нибудь, потому что у меня руки заняты. Да ладно. Ой, он крошит вообще. То, что нужно вообще. Давно не хватало этой фигни. 578 ну, да. Патронов. Офигенно. Окей. Хоть наконец-то. Автоматическое оружие тоже, эти дробовики. Не трави душу. Ребята, я Вундервафу достал. Все. Что такое? Тебе лучше не знать. Но мы спасены. Ну куда ты лупишь, он умер уже давно, но... А, турель взяли с собой. Это далеко. Давай, давай. Так, 32 патрона. Плохо. Ааа, санва бич. Ладно, придется потратить. 24, 20 патронов. Ноль. Все, король сдохла. Офигеть. Хорошая была турель. Ой-ой, ты откуда вылез? Мне кажется, лезть они тут будут. Да не факт, на самом деле. Повеселимся, достижения открыли. Наверное, это круто. Повеселились? Я иду вперед. Идут уже там, идут спереди. Я вижу, что в толке. Что могут идти? Вроде как нет никого пока. Ой, пардон. Ой. Я как обычно в упор стреляю гранатами. Не, сдохни. Не, на самом деле это круто. Мне нравится то, что в этой серии происходит. Да, вот как-то вот пока что из тех, что мы сняли, что это четвертая миссия как-то надежда, не, как-то безнадега, надежде хэд. Самая такая пока что атмосфера. У меня 44 патрона тем временем. Везет. У меня 16. Ой, да, он тут сидел. Я прикладом дал. Патроны кончились. Тут броня. Отлично. Случай. Для дробаша. Хорошо. Да, хорошо, что один патрон наберет и у всех сразу прибавляется. О, ну это, конечно, глупо, но док хорошо. Таги. Да, доктор. Где? Жанна, это Васкис. Это Васкис. Ага. То есть это та девушка. Васкис! Фрост! Кто-то сказал чужие. Как там? Кто-то сказал aliens. Она думала, что это illegal aliens. То есть такая вот как бы лингвистическая шутка, которую довольно сложно перевести. Ну как понять, если не знаешь английского. И перевести, я считаю, тоже правильно не получится. Ну я смотрел, нелегалы перевели. Купил для Dead Space DLC, там есть персонификация дрона. Ох, он там отжигает. Это что такое? Там у него шутки такие. Ну, вот эти маленькие тараканы, которые собирает. Да. И он там наподобие C-3PO говорит. Ну, с таким этим. И, знаешь, такой гибрид C-3PO и Бендера. У него там шуточки такие. Говорит, сэр, вас искал один джентльмен, у которого свернута шея, и вместо рук
когти. Я показал ему дорогу, он очень хотел вас видеть. Я много в таком плане. А чё почём? Чё-то ты заинтересовал. Почём оно? 150 рублей. Ну? Там есть просто... А, нет, там пак какой-то на другое. Вот, потом что-то там ещё. 150 рублей, но там 149, по-моему, рублей стоит. Ну, в Ориджине, по крайней мере. Ой, аптечка, аптечка, это что нужно? Ты чё, я на 150 рублей могу пиратский диск Dead Space 3 купить? А, ну да, точно. Как мы не подумали. Ой, сколько тут говна опять, они опять... Ой, сзади, сзади, сзади. Ой, они крупные. Ой, офигеть их тут. Сверху, сверху это был. Да, я тут уже... Ой, я как-то отбился от вас, мне хана. Мне хана. Я прикрываю. Да, блин, как надоели эти дробовики. Ребята, ой, сзади, сзади. Сзади движение. Все, оружие спокойно. Боя, но стрелять только в крайнем случае. Ну, потом... конечно, в крайнем. Шутка, говорит. Станок меня, говорит, потолку лезть. Пригласил состыковаться. Но это странно, мы с ним только что познакомились. Ой-ой, вот он, вот он, вот он. Вот он, гад. Я слышу. Да вон он бегает. Этот люркер гребаный. Все, готов. Это которые самые такие скоростные чуваки, получается. Лысые. Спина. Ой. Кого там со здоровьем? Я тут тебе. Есть аптечка, могу. Туалет мне! Подождем. Ох. Главное, завалить там запинаем. Ну. Так ладно, пойду возьму аптечку. Ну, что у вас? На всех подымешь? Ну да, наверное. Дымать. А если, по-моему, чё? Мы далеко стоим, то она не срабатывает. Ну, у вас сейчас пополнило здоровье? Да, да, у меня было полно. А, ну знаешь, все спокойно. Здорово. Ого! На говно! Подожди, я хочу это видеть, не убивайте его. Блин, ты слишком поздно сказал. Я хотел увидеть, как он его... Слышите меня? Бишоп усилил коротковолновый передатчик, слышите? Нет. Так точно, слышим вас. Закрыто. Вас понял, 2-1. Мы следим за вами. Вы примерно в 30 метрах от лифта. Вас понял, сэр. Окей. А где Артём? Мы потеряли. Да, пошел. Приключения ищет. Да. На своей жопе. О, вижу плохое место. Что в этом говне? Да. Представьте, как тут сырость какая пахнет. Ну, прям как у Тёмыча дома. Да, ты что, говорит, у меня дома? Это анекдот был. Панка хоронит, короче, или наркомана. Получается, мать сзади идет и причитает: ой, куда ж его несут? Там сыро, холодно, так темно. А один говорит: слышь, они что, его ко мне домой несут, что ли? Атмосфера. Да. Сюжет. Мы стараемся, на самом деле. Ну, конечно, да. Ой, я какой-то пистолет Гормана подобрал. О, это же пистолет где? Гормана. Это пистолет Гормана! Гормана, это был командир, если кто не помнит. Да, ну, и зрители да, там. Да. Который такой, сколько у вас вылетов? Два. Включая этот. Нет, 38. 38. А, на тренажере. На симуляторе, да. А боевых два, включая этот. Открываю. Круто. Понимаю. Я, говорит, выхожу к вам. Он идет к нам, теперь я спокоен. Да-да-да. Юмор офигенный фильм. Кэмерону памятник поставить за этот фильм. Да и не только за этот, но вообще за этот в отдельности. За Терминатора еще второго. Ой, не, ну это вообще как бы не обсуждается. Так, у меня фонарик не работает. Да, то же самое. Что такое? У нас у всех резко сломались фонарики. Окей. Ебана, мать! Тягаем нахер! Это конец серии? Да, это конец миссии, конец, видимо, серии. А я подумал, игра повис. Меня бы это не удивило. Ну, в принципе, вот эта серия мне понравилась. Поскольку играем, еще ни одного такого сбоя не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну вот из всех миссий вот это самое классное пока что было. Да, особенно в начале, когда там ходили по этим вот лабораториям всяким. Ну, откуда эта хрень появилась, из чего, мне интересно? Ну,
Не знаю, из, может быть, слона. Может, у них зоопарк тут был. Не, они просто специально привезли. Не знаю, ну, короче говоря, давайте прощаться. Увидимся в следующей миссии, там у нас будет большая бабайка. Бабай, да. Походу, с нее все начнется. Да, всем до свидания, всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.